Всем привет! Значит, как восстановить петли бабочки на дверное полотно? Ну, значит, вот наша петля. Да? На полотне нужно отметить 20 сантиметров. 20 от верха и 20 от низа полотна. Не 25, не 15, не 30. 20 сантиметров. Дальше. Берем петлю и в ту сторону, куда у нас должно быть открывание, прикладываем ее вот этим типа подшипником. Приложили и выровняли вот эту часть вровень с полотном. Всегда вровень. Абсолютно. Вот у меня полотно тонкое, оно тоньше, чем ширина петли. Я делаю вровень. Если у вас полотно будет, например, толстое, то есть толще, чем ширина петли, у вас, например, вот так вот оно получится, то есть вот эта часть, вот эта, будет упираться уже в полотно, а здесь будет до края не доставать. Ничего страшного, можно так прикручивать. Вот, главное, не, чтобы петля туда не торчала. То есть вровень с полотном выставили. Вот. Потом я, значит, отмечаю шилом, где у меня будет засверливание. Когда будете переносить на коробку петлю, да, то на коробке нужно... В зависимости от уплотнителя, если уплотнитель мягкий, чуть удавить его, то есть буквально на полмиллиметра его, полмиллиметра, миллиметр надавить на уплотнитель. Если уплотнитель жесткий, то вровень, то есть петля подходит у нас к уплотнителю вровень, и все. Сейчас берем и засверливаем, значит, под 90 градусов. Все, получился готовый результат, значит, петля у нас идет вровень с полотном, все, как надо, четко. Саморезы все ровно. Вообще петли бабочки на тяжелые полотна ставить не рекомендуется, только на какие-то слишком легкие, и если уж совсем не желает клиент покупать врезные петли. Если есть такое желание, лучше купить врезные и врезать, а на тяжелые петли прямо обязательно нужны врезные петли. А бабочки туда ставить нельзя, потому что они через день у вас смазка уже вся вытечет. Если это белые полотна и марки полотна, которые не оттираются, их вообще потом не оттереть будет от этой смазки черной. То есть они не рассчитаны на какие-то серьезные двери, эти бабочки. То есть, не серьезные петли, но не серьезные двери. Покупайте на серьезные двери, да, то есть хорошие врезные, нормальные петли. Ну и доносите это до своих заказчиков. Потом все, как перенести петлю бабочку на дверной короб. Это смотрите уже во второй части, которая выйдет на днях. Я покажу, как в дверную коробку установить петлю бабочку. Сегодня я показал, как установить в дверное полотно. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайк, подпишитесь на канал.